Здравствуйте, дорогие друзья! Судьба выдающегося русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова не была простой и легкой. Он родился в 1891 году в семье профессора Киевской духовной академии и закончил Киевский университет с дипломом лекаря, работая в больницах. Когда ему исполнилось 29 лет, были поставлены первые его пьесы. В 20-е годы он пишет сразу несколько пьес, их было 10, но ни одна из них не была разрешена к постановке. На сцену МХАТа пробились только «Дни Турбиных». А в 1929 году все его пьесы были исключены из репертуара. Тогда, в этом же году, трудно даже представить себе такую ситуацию, он обращается к Сталину с просьбой о выезде из СССР. Естественно, получает отказ. В 1939 году он заканчивает свой главный роман «Мастер и Маргарита». Ему оставалось жить всего один год. Неслыханную честь, которую вы оказали нам посетить ваш театр. И вот, сир, я вам ничего не могу сказать. Сегодня пьеса Булгакова чрезвычайно востребована в театрах и, естественно, зрителями. Инсценируются его повести и главный роман его жизни «Мастер и Маргарита». В Нижегородском ТЮЗе состоялась премьера одной из лучших его пьес «Кабала Святош». Спектакль поставил главный режиссер театра Виктор Шрайман, а художником выступил Владимир Ширин. Пьеса располагает к раздумьям о судьбе художника, его отношениях с обществом, с сильными мира сего, о понимании своего призвания, сути творческой личности. На сцене живут и действуют люди из самых разных слоев общества. Мольер, центральный персонаж спектакля, общается с королем Франции и сапожником, актрисами своего театра и бродячим проповедником, тушильщиком свечей и архиепископа. Я не понимаю, зачем я держу при себе этого учителя? 40 раз играли, и все было в порядке. А? Пали короле, свеча повалилась в люстре. Воском каплет. Все время вот он тянет какие-то параллели узнать в современной жизни. Что, почему именно к этой пьесе обратились, к этому материалу? Спасибо, действительно хороший вопрос. Много лет назад я был поражен спектаклем Эфроса «Отелло». Вообще Эфрос – это мой любимый режиссер, Анатолий Васильевич. А Эфрос сам, декларируя свой замысел, идейный, сказал, что я ставлю о том, как интрига способна разрушить человека, способна его убить. Я смотрел в интернете различные оценки этой пьесы, смысловые, и они меня не устроили, хотя, наверное, в этом есть правда в том, что пишут. А пишут, что это конфликт между художником и властью. Для меня же в этом случае власть – это инструмент, или, как сегодня говорят, административный ресурс, которым пользуется персонаж пьесы, главный враг Мольера, архиепископ Шарон, чтобы его уничтожить. Его мотив – личная обида, оскорбление, которое не может перенести, и он использует короля как инструмент и свою власть как архиепископ, чтобы расправиться с художником. Мне близка эта тема, на моей памяти происходила, значит, травля Юрия Петровича Любимова, с которым я имел счастье общаться. И не только Любимова. И когда, кстати, Эфрос ставил замечательный, гениальный стиль спектакль «Несколько слов в честь господина де, в защиту господина де Мольера» по мотивам пьесы «Кабалы Святош», он тоже, наверное, ставил об этом, как интрига разрушает. Я сам пережил очень близко эти обстоятельства, но сразу хочу сказать, никогда бы не потревожил дух великого Булгакова,
чтобы с его помощью рассказать о своих переживаниях. Меня занимал художник, художник вообще, который сталкивается с мракобесами. Поэтому я определил конфликт так, не между художником и властью, а между художником и мракобесами. Вас в современной драматургии какие-то вещи не устраивают? Что-то такое, вот что вы, ну вы ее знали раньше, эти тексты, но вот почему вы акцент на этом такой серьезно сделали, вот публикацию? Я понимаю ваш вопрос. Да, не устраивает. Когда-то Сергея Юрьевича Юрского спросили, не могу не похвастаться, много лет с ним дружу, что привлекает его в роли Остапа Бендера. Ответ был самый короткий из всех ответов в мире – текст. Я, читая этот текст, испытываю просто художественное волнение, причем независимо от смыслов. Там самодостаточная музыка литературного прозасложения, но, конечно, она наполнена замечательными смыслами, замечательным юмором. Уровень художественности текста мне кажется величайшим. По-моему, это великая пьеса. Она меня грела художественно. О смыслах не говорю, это по умолчанию. Вне смыслов никогда ничего не ставил. Плохо, хорошо, но всегда в основе смысл. Но такое изложение в современных пьесах, в этом новоязе редко что. Хотя Курочкин Максим мне очень нравится. И, в общем, Пулинович. Но все равно они не мои. Это вы сами! Вы делали эти свои смешные коленцы и палашом повалили свечку! Без денег! Ну, да он прав! Сами задели свечку шпагой. Жаль, извинился, король Ебло. Король самый воспитанный человек во Франции. И он не заметил никакой свечки. Так это я. Я повалил. Как работали актеры? Замечательно. Они от пьесы, прежде всего, на мой взгляд, зажглись. Не буду скромничать, и от замысла им было интересно. Я хочу сказать, что первый раз в моей жизни здесь, в этом театре, актеры так активно подходили ко мне, что-то советовали, с чем-то не соглашались. Они были настолько заинтересованы. Вот не все равно. Дали роль, пойду сыграю. Нет, они сидели, многие приходили на репетиции, на которые я их не вызывал. Я еще говорил, вы свободны. Они говорят, да ничего, вы не обращайте внимания. Очень-очень зажженно работали, и совершенно искренне могу сказать, что я работами всеми без исключения доволен. В большей и меньшей степени да, но я считаю, что роли удались, и, конечно, над нами витал все-таки дух этого писателя, которого я просто невероятно люблю. Это поджигало и любовь к этому писателю, ну и актерская заинтересованность. Я очень доволен. В начале 2000-х годов в МХАТе был поставлен спектакль «Кабала Святош». Его ставил режиссер Адольф Шапира. Говорят, что этот спектакль, точнее, готовился очень сложно и трудно. Репетиции сопровождались разного рода происшествиями. В ролях были заняты актеры первой величины, такие как Олег Табаков, Ольга Яковлева, Сергей Колесников, Александр Семчев, Андрей Смоляков, Борис Плотников, Игорь Верник и другие. В нижегородской постановке заняты тоже ведущие артисты театра Леонид Ремнев, Ираида Троицкая, Никита Чеботарев, Евгений Колобанов, Анатолий Чухнов, Владимир Берегов, Александр Айропетов, Александр Барковский, Олег Фатахов и другие. Очень
Актеры работают с полной отдачей. Образы, создаваемые ими, обретают особую сильную энергетику, которая делает действие на сцене не только эффектно театральным, но и дающим повод к размышлениям, ассоциациям с современными реалиями. Остро пишете, но следует знать, что есть темы, которых надо касаться с осторожностью. А в вашем Тартюфе вы были, согласитесь, неосторожны. Духовных лиц надлежит уважать. Ну, прежде всего, была на репетиции создана такая безответственная атмосфера, в кавычках, когда актер мог приносить разные свои варианты, свои ощущения, темы, ситуации, свои образы и пробовать. Мне кажется, вот эта тенденция, которую в этот материал двинул Виктор Львович, она сыграла очень такое благое положение. Второй вариант – сам текст, сам материал Булгакова. Третий – замечательная книга нашего земляка Смелянского «Михаил Булгаков в художественном театре». Вот, пожалуй, вот так, для меня лично вот такие три основных вещи, положения, которые как бы мне помогали входить в этот материал. Актерский ансамбль был? Мне кажется, он и сейчас присутствует. Найдена какая-то нота. Нота, сегодняшняя нота темы Булгакова. Потому что «Кабала Святоши» – это автобиографичный материал. Булгаков, прежде всего, писал о своей проблеме. Мне кажется, вот любовь, что ли, к Булгакову, понимание его проблем, понимание его трагедии, мне кажется, надало возможность коллективу, актерам как-то найти определенную ноту звучания, тон, если говорить по-станиславскому. Как передать сегодня эпоху Мольера, который родился 400 лет тому назад? Как хотя бы частично передать стиль мольеровской труппы, театра, которому духовные и светские власти чинили всякие препятствия и даже не позволяли играть? Как понять и, главное, передать со сцены, почему это происходило? Сам Мольер ненавидел всякую фальшь в театральном искусстве. В своих комедиях он затрагивал глубокие философско-нравственные проблемы. Одним словом, перед актерами Тюза стояли очень важные и очень интересные задачи. Архиепископ, у меня тут что-то требуют. Простите, Ваше Величество, он, очевидно, помешался сегодня. А я не знал. Это моя вина. Другой, если не трудно, посадите отца Варфоломея на 3 месяца в тюрьму. Естественно, погружение в эпоху Мольера. Но еще интересная вещь. У меня долгие годы дома лежала хорошая книжечка, красивое издание, искусство. Называется «Комеди Францез театр». Я ее так просматривал, и тут вдруг я ее по-новому открыл. И там как прекрасно все написано о театре Пале-Рояль, о театре Мольера,
с фотографиями, с картинками, совсем по эпоху всего этого Мольера. Вот это мне помогло. И мы это всю эту книжечку даже обсуждали, все это на репетиции. И вот это помогало погружение в театр. Что такое первый театр, вот этот французский? Что это за профессионалы такие были? Вероятно, это помогло. Ну и вообще, конечно, атмосфера тех времен. Мы пытались как бы немножко ее проецировать на современность. Но что удалось, что нет, это уже судить зрителя. И ничем не будет омрачено, пока вы будете любить кого? Бога. Я люблю его. Он там. Вы на земле, и больше нет никого. Да.